Ко дню защиты детей в общественные приемные губернатора провели день открытых дверей и прямую телефонную линию. На вопросы отвечали эксперты Министерства регионального правительства, представители прокуратуры и судебных приставов. На личный прием пришли в основном жители мегаполиса, зато во время телефонной линии активными были жители районов области. По сравнению с прошлым годом у нас больше, и в большей степени это звонки идут по вопросам, значит, алиментов, которые идут в плане консультационного характера, консультации даем, и, соответственно, берем, специалисты берут на контроль, чтобы рассмотреть персонально по каждому позвонившему и дать ответ.